Всем привет! Сегодня утренние потягуши. Садимся в бабочку и полетели. Помогаем себе локтями, хорошо надавливаем на голень или на бедро и раскрываем максимально ножки. Стараемся их растянуть прямо до коврика. Теперь немного привстали, как бы помогая руками, и садимся себе на пятки. Сидим в каждой позе по минуте. Это я сокращенный вариант вам делаю быстро, а вы, пожалуйста, сидите в каждой позе по минуте. Теперь растягиваемся к одной ноге. При этом хорошо помогаем максимально в сторону отодвинуть колено второй ноги. Как будто снова раскрываем в стороны наши ножки. И то же самое повторяем ко второй ноге. Наклоняемся к одной и отводим колено второй ноги в сторону. Теперь по центру на предплечье легли, полежали минутку. И помогая себе, теперь растягиваем ножки в сторону, укладываем себя на пол, на травку. И теперь на бочок пробуем себя растянуть максимально в сторону, дотрагиваясь до стопы рукой. Наша цель в этом упражнении — положить плечо на бедро, а затем уже на травку. И то же самое в другую сторону. Максимально в бок уходим, дотрагиваемся рукой до стопы. И тоже минутку лежим в этой позе. Расслабляемся, тело будет работать само. Оно поплывет как масло, когда вы встанете. И обычная наша складочка — это наконец. Все полетело, сам себе режиссер, сам себе тренер. Вот и результат. Тяжело быть блогером. Все завалило.